Сетёма, ты должен убить Итана за 10 минут. Он должен тебя убить. Если ты за это время ты успел спрятаться, он тебя не убил, значит, ты выиграл. Не, ладно, даю тебе 20 минут. Почему? За 20 минут. А потом он тебя будет так же само. Все, Итан, убегай. Хорошо, давай. На скольки? До 50. Сколько? 50? Да. Ёлки, пошли ты. Ох, теперь она точно не найдет. Где он? Ты видел? Да уж. Местечко. О, он уже идет. Тёма, залезь на самую высокую точку и посмотри оттуда. Вон самая высокая. Не видно. Он меня не видит. Если бы он меня видел, он бы уже за мной побежал. Да уж, но это меня тоже как-то пугает. Интересно, сколько минут прошло? Вы думаете, сколько минут прошло? Ну, только не 20, конечно. Это 5. Уф. Ёлки-палки. Ну что, если столчать должен 20 минут? Интересно, куда? Только не сюда. Oh my god!
Thank you.